Забыть про выгребные ямы смогут в ближайшее время жители 5 улиц частного сектора на южном поселке в Чебоксарах. Там строят канализационные сети. 182 улицы, то есть около 4500 домов в Чебоксарах на данное время не подключены к центральному водоотведению. Иными словами, там нет канализации. Чтобы данное благо цивилизации появилось, жители 5 улиц южного поселка проявили инициативу и за собственные средства сделали проект, который прошел госэкспертизу. Инициатива была не наказуема, а поощрена. Улицы включили в инвестиционную программу водоканала. На данном объекте мы видим сейчас строительство канализационного насосной станции и аварийных резервуаров, которые предназначены для водоотведения улиц южного поселка. Строительство насосной началось в 2016 году. Сейчас мы видим, построены насосные станции и аварийные резервуары. Стоимость составила около 9,5 миллионов рублей. В 2017 году планируется завершить строительство самотечных сетей, мостового перехода через реку Кукшум. Объект непростой. Близко река Кукшум. Свойства грунтов потребовали свайных оснований. Кроме того, есть вопросы по подключению к электросетям. Все это разрешимо, уверяют специалисты. Все работы планируют завершить к 2018 году.